Я ошибочно посадила сюда другие растения, но оказались это георгины. И я нисколько не жалею, что у меня вот выросла такая красота. И до того они красивые стоят. Цвета настолько разные, я прям сама удивляюсь. Поближе показываю. Я не цветовод, я только учусь, но я очень рада. И вот это вот у меня еще грядка. Я ее уже скосила. Вот срезанный участок. Посеяла я здесь. Сидираты тоже вез. Вот так выглядит эта грядка. До бочки сначала идет. Вот досочки подложила. И у меня получился такой короб. Здесь. И вот такой получился участок. Вот такой длины. И вот в таком состоянии. Я срубила уже овес. Корни не трогала. И проведу эксперимент, как она меня будет перегнивать. Вот такая у меня грядка под огурцы. Сделана как короб из того, что есть. Вниз я закапывала все, что угодно, все отходы, выплатую траву, мелкие веточки. Сверху землю присыпала, которую снимала вот сверху. И сделала сама, вот натянула вот такую сеточку, сделала каркас такой. Небольшая грядка. Было у меня на этой грядке получилось 9 всего кустиков. Мне лично хватило, и больше не надо. Вот такие короба я еще сделала. У меня здесь были помидоры. Помидоры в открытом грунте. Буквально я их убрала пару недель назад. 2 недели назад я посеяла здесь сидираты. И как видите, они уже всходят. Можно было и раньше сразу, как только убрала. У меня просто времени не хватило. Но все равно, вот прошло 2 недели, и вон они, пожалуйста, уже все растут. Земля не будет у меня голая. Мой участок. Дальше виднеется заброшенный участок. Я его там поддерживаю более-менее, чтобы он не зарастал. Было что-то. Сплошная вишня. Такие мои грядочки. Стационарные грядки. Градила я их сама. Все доски, которые у меня были бэушные, пошли в дело. Зато теперь мне легче за ним ухаживать. И я нисколько не жалею, что я потратила силы. Даже еще василек растет. Здесь у меня была
капуста. Вместо мульчи я вот здесь накидаю все отходы, какие я смогу собрать. Как бы прикрою землю. Сейчас немножко ее тут еще порублю и оставлю. Здесь у меня вот чеснок. Я его садила весной, зубчики не сформировал. И я решила его оставить под зиму. Немножко замульчирую. Здесь вот уже у меня сидираты. Здесь оставила немножко клубнички на рассаду. Рассажу я ее весной. Здесь вот уже овес тоже. Его подкосить надо будет. Так, что у нас еще здесь? Так, здесь у меня остатки моркови. Сегодня я, наверное, ее буду убирать. Вот здесь вот уже лучок. Я морковку убрала, часть, посадила лук и сизираты. Вон они уже проклевываются везде. Все, петрушку уже обрезала, и она еще отрастает, чему я очень рада. Пусть растет. Вот эта грядка засеяна овсом. Хорошо все растет.